Игра сложилась хорошо, мы выиграли и действовали достаточно уверенно. Первый тайм немножко был такой сумбурный, потому что вот именно подстраивались, на мой взгляд, вот этот под отскок поля, и не хватало. То есть мы создавали моменты, но не хватало нам концовки, чтобы реализовать. Второй тайм мы просто переключили скорость, и просто ребята понимают, что 0-0, и есть подходы, поэтому нужно было действовать в своем ключе. Собственно, мы так и делали, и единственное, что мы поменяли акценты в плане нашего развития атаки, да, куда и как нам нужно атаковать. Вот, и при счете 2-0 уже контролировали больше середину для того, чтобы мы понимали, что соперник постарается все равно нас атаковать, и нам нужно было открыть пространство, и мы, собственно, это и делали. Мы довольны результатом, и я благодарен ребятам, потому что было одно единое целое с первой минуты, и держали темп. Для нас это важно, и поздравляю наших болельщиков с победой. Насколько удаленный изменений? Честно говоря, мне сложно об этом говорить, потому что, знаете, когда сконцентрирован на действиях собственной команды, и поэтому мы больше искали, как нам атаковать, да, и как нам действовать. Я, честно говоря, об удалении... удаление случилось, но во время игры, признаться, я о нем не помнил. Вот вы мне сейчас напомнили, так получилось, но как бы правило есть правило. В чем секрет успеха «Факела»? 7 матчей, 7 побед. Как удалось в межсезонье зимой изменить команду? Знаете, весь секрет в том, что мы одно единое целое. То есть у нас нет разделения там основной состав там или не основной состав. У нас есть 28 футболистов, которые прониклись вот нашей идеей, нашими принципами, им это близко парням, и мы именно с первого мы это начали делать в осеннюю часть, но именно когда начали сборы, то мы с первого дня просто были одно единое целое. И в тренировках, и в контрольных играх мы отрабатывали то, что мы делаем в тренировках. И просто это как ком, знаете, он налипал. И вот получилось так, как оно получилось. И мы двигаемся дальше. У нас есть с командой свои задачи и свои цели. И мы поэтому работаем в этом направлении.